Здесь такая ситуация произошла. В общем, нам налили двойной целый балантайн. Африканское шоу. Ребята, эту команду вы уже не в первый раз видим. Мы сейчас в Кремле находимся. Запах старины соответствующий. Пару килограмм только что прибавилось. Как вы поняли, нас угораздило попасть на... А так ужин понравился. Настроение хорошее. ДК Победы в Кыштыме. Просто в нереальном бубежнике. Спасибо этому отелю. Спасибо этому отелю. Спасибо этому отелю. Сегодня даже погода на нашей стороне. Друзья, в эту субботу, 21 мая, в 18:00 по Москве, будет стрим. Мы постарались сделать красиво, весело и, конечно, с бухлишком. Пропустить нельзя, эфиры будут удаляться. Приятного просмотра. Приятного просмотра. А мы, друзья, собираемся попить кофеек, чаек и прогуляться. А Мироху мы хотим отправить в детский мини-клуб. Понятно, что мини-клуб не взрослый, а именно детский. Посмотрите на этот массовый движ. Посмотрите, как много сладостей здесь появилось. Там бутерброды, там булки, и там пусто. Вот, собственно, и все. Тем временем, как вы запрашивали в комментариях, мы дегустируем сладкие штуковины. Давай, Мэнк. Ну, я клубничку дегустировали. Здесь, видимо, какие-то орехи. Вижу арахис, нугу. Орехи, арахис, нуга. А посмотрите на мое фиолетовое чудо. Это как выглядит, так и вкусно. Мне так кажется, вкусно. Ни одного вкуса. Одно такое зефир стало. Угу. Одинаковые. Ребят, мы на ужине, и давайте пробежимся по блюдам, какие здесь они есть. Это рыбка, это мусака картофельная, это какой-то ветчина, соус, овощи, оливки, рыбка. В общем, сегодня моя душа пошла в рай. А у Антона у нас сегодня, а что, на ужин? Прям диета. Да, интересное. Ну, в общем, вареная курица, брокколи, это никому не интересно. А здесь какая-то миссинг, давайте сразу ее затестим. У меня прикольно. Прикольный какой-то карбонат нарезанный. Вот эта штука, это вот один раз за сезон можно затестить. Там внутри рис и какая-то мясная составляющая. Долма. Виноградные листья. Да, в виноградном листе. Это стабильно, интересного вкуса. Ну, на 1-2 раза в отеле. И здесь рыбка на пару. С ней, наверное, вкусная. Вкусная белая рыбка на пару. Индейка. Стейк из индейки. Плавает. Ну, все-таки да, все-таки в жиру плавает. Ну, вкусно. И самое интересное, можно, мадам? Вот это было написано «Мука халва». По консистенции, ну, все понятно. Мука халва? Да. Ой, ну это манка с сахаром. Ну, в общем, запомните,
Не берите. И не берите. У нас здесь такая ситуация произошла. В общем, сели мы наконец-то с семьей, собрались и ужинаем. И рядом стояла вот такая тарелка, как бы, салата вот здесь между мной и Мирохой. И как бы я отсюда подтягивал еду, а потом выясняется, что принес ее ни Мироха, ни я и ни Маша. То есть вот откуда этот салатик был, причем там не было... Ну, это греческий салат, и в нем не было помидор. Сыра и помидор. И осталось вот то, что осталось. Но я как бы это поел немножко. Есть два вопроса. Куда делся сыр с помидорами и кто это поставил на стол? А так ужин понравился. Настроение хорошее. Сытно было. Любимая, поведай, пожалуйста, куда мы идем? Не знаю. В город. К людям? К людям, да. Поспали немножечко, позанимались, к людям идем. А вы? А мы заряжаем не тапки, заряжаем кеды в люди. Вроде шоу какое-то здесь есть вечером, даже прям шоу на сцене. В концепции указано четко: в некоторые дни живая музыка. Да? Да. Но сегодня мы Маша видели... Маша учится держать камеру, поэтому подстраиваемся вместе с вами под Машину. Ну, красиво же. Пошлите. Но планы таковы. Направляемся, во-первых, в бар, потому что Мироха откатал целую страницу прописей. Ему был обещан милкшейк. Поэтому мы идем брать милкшейк. Ну и попутно, естественно, балантайца зацепим. Голос теряется, потому что давно уже не зацеплял балантайца. Вечерний Кремлин по вас, друзья, знакомьтесь. Тем временем мы отстояли небольшую очередь, и нам налили двойной целый балантайнс. Атмосфера примерно вот такая, и мы направляемся на африканское шоу. И кажется, у нас сейчас будут флешбеки. Ребята, эту команду мы уже не в первый раз видим, поэтому уже танцы выучили наизусть. Привет, друзья! С этого пасмурного вида начинает сегодняшний нас день. Сегодня 17 апреля, и погода вот такая. Примерно вот. Но без дождя. Дождя нет, хотя по всем признакам как будто бы есть. Но мы направляемся из номера, направляемся куда глаза глядят. Попробуем что-нибудь вам заснять, потому что есть огромная башня, называемая Кремль, и там куча входов, в которые мы не входили. И говорят, туда водили туристов одно время. Чем мы не туристы? Не помню, снимали мы это или нет. Здесь взять можно полотенце, здесь вход в спа, там же и фитнес, и здесь вход в бассейн. Вот мы и в детском клубе, на улице. Буквально пару кадров, посмотрим, что же здесь есть у нас внутри. Здравствуйте. Особо заняться, наверное, нечем, пока солнышка нет. Мы с Машей исследовали. Мы сейчас в Кремле находимся. В общем, там на втором этаже Ля Картрестики. С одной стороны и с другой. Ну, там внутри, посмотрите, как бы это. Ничего не особенного. И запах старины соответствующий. А на улице там игра в стульчики. Тем временем у нас легкий перекус. Ну, естественно, это вкусно. Естественно, рис очень вкусный. Да. Есть что добавить, жена? Ну, кроме того, что пару килограмм только что прибавилось. Больше нечего. Как вы поняли, нас угораздило попасть на детскую вечеринку. И, собственно, мы здесь рамзам-замим.
здесь, оказывается, есть свой собственный ДК Победы, который у меня был в Кыштыме. И как мы войдем внутрь, это просто фантастика, нереально. Вы посмотрите, мы просто в нереальном кубешнике. Доброе утро, друзья! Сегодня выселяемся из номера, уже чемоданы готовы, и чтобы успеть солнечную погоду застать в новом отеле, мы быстро-быстро идем завтракать и вылетаем. Едем сегодня на такси. Друзья, наш финальный завтрак, уже обломки пиршества, так сказать, и мы собираемся, буквально вылетаем. Мироха, ешь скорей. Буквально вылетаем в следующий отель, чтобы ухватить там как можно больше и больше времени. Спасибо этому отелю, этому однозначно красивому отелю. Отелю, в котором, наверное, стоит побывать, потому что с такой архитектурой замороченной не каждый день столкнешься, а заморочились тут на славу. Даже вот заборы, как у нас любят в России, повторили. Спасибо этому отелю за хорошие напитки. Балантайнс, я тут его использовал. Есть и другие напитки, посмотрите, наверное, в предыдущем выпуске. Спасибо этому отелю за прокачку номера. Да, номер очень хороший был. Номер большой. Такой он, в принципе, был хороший. Да. Здесь все стандарты хорошие. Номера большие, кровати большие, удобные. Постель чистая, ванна... Ванна мне понравилась здесь. Душ. Потому что это душ. А в отель на свои деньги, я считаю, да? Да, вечерние шоу были каждый день. Некоторые отели только открывают их, амфитеатры, а здесь они уже были. Когда построить детский клуб и все, что они хотят достроить, мне кажется, вообще огонь будет. Они пытаются, мне кажется, сделать детскую концепцию здесь. Ну что, все, бармены хорошие, обслуживание всегда хорошее. Еда есть всегда, мы да. всегда были сыты, есть много всяких кафешек, по меню кафе, как мы любим. Спасибо, мы идем дальше. Спасибо, не терпится уже да. поехать туда. Сын, даже погода на нашей стороне, нарисован был дождь весь день, а смотри, какое солнце. Ты же не любила больше шоколадки, мы надо себе.